Я просто говорю, что когда есть эти внешние обстоятельства, конкретному человеку проще организовать свою жизнь, организовать свое представление о том, кто он, что ему надо, что для него важно, куда ему двигаться там, и так далее. Мы оказались в ситуации, когда у нас как бы отпустили эти, знаете, вот когда строят эту фундамент, там строят такую опалубку, да, опалубка называется, и туда цемент льют в такие, между деревяшками. И он там застывает и стоит потом. Деревяшки убирают. Стоит плита, все заморожено, там заделано. А у нас там кисель налили. Мозги очень похожи на кисель, я вам должен сказать. Ну, такой плотный, но кисель. Такой второго дня. И мы вынули оттуда. Думали, что будет стоять, а оно все потекло. Вот. И главное, что мы должны сейчас понимать, что мы перед нами вызов, который заключается в том, что кто-то из нас, обладая нужными знаниями, сможет организовать свое вот это желе, значит, во что-то функциональное, да, и когда работа нашей ретикулярной формации, даже, может быть, не слишком гиперактивной, но правильно использованной, позволит нам действительно и добиваться большего, и чувствовать себя лучше, и социальные связи иметь более для нас дорогие и ценные, да? Вот. Или мы не сможем, потому что мы просто лишенные этой опалубки, не имея этой структуры внешней, не сможем организоваться изнутри. Знание о мозге, знание о том, как мы с вами устроены. Это главное сейчас, что нужно изучать в школе, что нужно изучать в институте, что нужно изучать на любом рабочем месте.